Жизнерадостные участники хора «Верные подруги» встречали гостей праздника в фойе Дворца культуры. Участница вокального коллектива, 88-летняя Раиса Козельская, на своем примере доказывает, возраст не помеха для творчества и активной жизни. Такая у меня сила воли, всегда впереди, всегда, никогда не горевала, всегда занималась спортом и никогда не унываю. Пою, пляшу и веселюсь. На мероприятии прекрасные дамы могли воспользоваться услугами мастеров одного из видновских салонов красоты и сделать праздничную прическу. Это очень приятно, вы знаете, такие мастера делают из нас красавиц. Я просто не собиралась этого делать, но посмотрела на результат, который здесь получается до и после, и решила тоже, что я сделаю что-нибудь. Вот сейчас я жду, какой у меня будет конечный результат. Чтобы улучшить их праздник, поднять им настроение, было очень много у нас сегодня дам, желающих к нам подойти. А вот Галину Каневскую и Галину Хаваеву заинтересовал мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Я всю жизнь шила, вышивала, поэтому как бы показали немножко, и этого достаточно. Я увлекаюсь всеми. Я в 70 лет научилась рисовать, поэтому мне все интересно. Котика делаем. Мира упитанного, ну красивого, рыженького. Интересно. И какие материалы используют? Вот, видите, исходя из перчаточки начинается, а потом вот такое зверюшко получается. Далее все участники мероприятия были приглашены в концертный зал. Со сцены в адрес виновников торжества прозвучало много теплых слов и поздравлений от официальных лиц. Все и каждый из вас не просто энергичны, не просто мудры, не просто неравнодушны и заботливы. Вы удивительно щедры, вам ничего не жаль, ни времени, ни сил. Вы готовы делиться как с молодежью, так с любым, кто нуждается вообще в вашей заботе и помощи. Вы наш фундамент, да? И вы тратите и время, и здоровье, и возможности на то, чтобы делать наш Ленинский городской округ лучше. Поэтому действительно искренне вам за это спасибо, за то, что вы всегда в движении. Главной частью мероприятия стал праздничный концерт творческих коллективов Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.